У нас еще одно включение после реставрации нашего парка у Святого озера, где мы с Сатошей провели почти все его детство, отрочество и юность. Мы днем пришли посмотреть, как облагоустроили мемориал славы защитникам Отечества. Вот такой мемориал у нас есть на микрорайоне. Его тоже немножко отреставрировали, или как это называется. Вот. Он отражает историю побед наших воинов в различных войнах за свободу нашей любимой Родины. Вот такие венки возложены к этому мемориалу. Вот двуглавый орел, символизирующий мощь нашей Родины. И вот это локальные войны, которые, к сожалению, продолжаются и сегодня. Это мой Татоша. Это вот елочки, которые сзади мемориала высадили. Давай, Татоша, подожди. Ну, мы немножко поснимаем. Папа немножко под впечатлениями и под чувствами. Здесь предусмотрена звездочка под вечный огонь. Не знаю, возможно, еще реконструкция не закончена. Возможно, здесь сделают вечный огонь. Это вот такие веночки. Вот такие веночки. Вот. Пойдем еще елочки снимем и закончим наш сегодняшний сюжетик. И пойдем мы на нашу любимую площадку. Еще раз всех с праздником, добра, мира вам и процветания нашей стране. Вот такой патриотический сюжетик мы с Сатошей решили снять сегодня.